В социальных сетях распространилась информация, что у нескольких студентов СВФУ обнаружена открытая форма туберкулеза. Как сообщили в пресс-службе университета, причин для тревоги нет. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждении благополучная. Учебные занятия проводятся. Добавим, что двое заболевших студентов проживали не в общежитиях СВФУ, а в городе. В настоящее время они находятся на стационарном лечении в НПЦ фтизиатрия и идут на поправку. Об этом уже сообщил директор клиники. И в настоящее время я хочу сказать, что обстановка санитарная, эпидемиологическая обстановка в университете благоприятная, и причин для беспокойства, тревог нет. Учебный процесс никто не отменял. Дезинфекции обычно мы проводим в субботние дни, в тот период, когда нет учебных занятий в учебных корпусах.